Сиверский историко-краеведческий музей открыт для посещений. Пандемия внесла свои коррективы в работу учреждения, но понемногу музей возвращается к привычной жизни. Сиверский историко-краеведческий музей работает в обычном режиме ежедневно с 9 до 17 мы ждем своих гостей. С часу до двух перерыв. Музеи соблюдаются, конечно, все меры предосторожности, потому что по-другому в наше время нельзя, тем более особенно сейчас, когда в Краснодарском крае огромное количество гостей. Увы, в нашем музее есть определенные ограничения. Одновременно посетителей не может быть больше, чем 5 человек. Мы для удобства разбили территорию музея на определенные квадраты, в котором может находиться один человек. Ну, конечно, если это семья, то семья может быть рядышком. В музее, как и прежде, открыты 3 тематических экспозиционных зала. Зал, посвященный истории заселения Северского района казаками. Зал воинской славы, в котором сосредоточено оружие, фотографии, предметы быта, начиная от революции 17 года до окончания Великой Отечественной войны. И зал, посвященный животному миру Северского района. Еще один зал – выставочный. Это площадка, на которой проходят многочисленные выставки современных художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного искусства и мастер-классы для взрослых и детей. На сегодняшний день сотрудники музея подготавливают выставку «Солдаты Победы», посвященную юбилею окончания Великой Отечественной войны. На ней представлены рисунки краснодарских художников-фронтовиков. Эти живые впечатления непосредственных участников войны не оставят никого равнодушным.